Давай сейчас еще тебе покажу отворот. Скажем, вот. Чтобы было видно, ребят. Опять принцип тот же самый. Я должен соперника сделать слабым. Как делать слабым, я вам сказал. Соперника надо согнуть, поставить на колени. Один захват хорошо. Но когда вы боретесь в одной и самой категории, силы у вас примерно одинаковые физически. Поэтому в борьбе надо уметь создать преимущество. Две руки против одной руки, две ноги против одной ноги, или нога против руки. То, что сильнее, заведомо сильнее, чисто по природе. Вот я сейчас усилю свое движение вторым захватом, беру второй отворот, вот понимаете, его просто вот лбом бью в ковер, опять с ногами, то есть вот, подошел, двумя руками очень мощное движение получается. Вот я борюсь, держу его, не пускаю, взял второй захват, шаг назад, все, опять он проехал. Для рукопашки это, наверное, хорошая позиция, да? Можно, давай, поднимемся так, я с этой стороны, правостоечник. А можно делать и броски, например, вот, особенно когда вот человек любит вот туда лезть, за спину захватит, ну сверху такие вот. Все замечательно, прям. Вот опять два захвата. Мощно выдергиваешь его, вставляешь разножку такую, не переднюю подножку, а вот я сюда его сам. Сбив, да? А? Сбивать, да? Да. То есть, либо можно спину сделать, например, вот я вытянул. Потому что двумя руками очень мощно подворачивается. Сейчас появилась корейская спина, вот он взял захват. Я что, взял второй захват, смотри. Вот там спина корейская. Чувствуется. Нравится? Нет, больше. Немножко посложнее эти вещи, конечно. Ну попробуйте. Попробуйте. Попробуйте.